Чтобы приготовить этот торт, я применила кабачок. И вот посмотрите, какой красивый, высокий получился торт. Он не только красивый и высокий, он еще очень сочный, вкусный. Попробуйте его приготовить. Вам понравится. Преимущество силиконовой формы в том, что ее не нужно промазывать перед выпечкой. И вот так легко она снимается. Этот
торт можно испечь даже в другой форме, но предварительно разъемную форму нужно помазать растительным маслом. А сейчас мы займемся оформлением. Соединяем обе части, обращаем внимание на рисунок. Посыпаем сахарной пудрой. Также можно применить кокосовую стружку. Вот такой красивый, высокий. Получился кухня. Если вам понравился рецепт, ставьте пальчик вверх, записывайтесь на мой канал. И до новых встреч на моем канале в YouTube Эльбина. Пишите ваши комментарии, буду очень рада.